Привет, меня зовут Дэрил Миддлтон, я тренер баскетбольного ЦСКА. Сегодня я пригласил к себе домой на ужин своих коллег, посмотрим, что из этого получится. О, парни, а вы пиццу с собой не захватили? Проходите, проходите. Помощник Димитрис Итудис родился в Нью-Йорке, но нашел себя по другую сторону Атлантики. Карьера игрока длиной в 26 лет принесла Миддлтону не только победу в Евролиге и 3 звания лучшего игрока чемпионата Испании, но и диплом шеф-повара, полученный в Барселоне. Сначала я познакомился с хозяином ресторана, в котором постоянно ел. При этом в заведении были кулинарные курсы, на которые я и записался. Никогда особо не готовил, наверное, просто устал по 10 часов в день играть в приставку. Захотелось разнообразия. Новое образование завело Миддлтона далеко. В Испании он открыл ресторан, в котором Дэрил был не просто совладельцем. Американец готовил наравне с 2 другими поварами. В случае с коллегой по тренерскому штабу ЦСКА Антоном Юдином, Миддлтон даже решил устроить небольшой мастер-класс. Так, сегодня мы будем готовить салат, который подойдет для ужина с твоей женой или подругой или любовницей. Обрати внимание, картошка не должна быть полностью готовой. Мы не довариваем ее. Эй, а ну хватит играть на камеру, я знаю, что это вкусно. Вот я уверен, что твоя стряпня уже сгорела. Почему? Потому что ты за ней не следишь. Нет, я тебе доверяю. Мне! Я же готовлю, стою! Ты уволен, Антон. Держи, поработай за меня немного. Когда-нибудь и ты тоже получишь такую нашивку на фартук. Большинство американцев действительно не уделяют внимания своему питанию и едят фастфуды. Просто эта пища им знакома лучше. Я и сам был таким. Но однажды влюбился даже не в еду, а в процесс готовки. И вот занимаюсь этим уже 17 лет. Все блюда, которые вы уже видели или еще увидите на своих экранах, сделаны по личному рецепту Миддлтона. Именно их он готовил для клиентов своего барселонского ресторана. К этому блюду я отношусь как к своему ребенку. Я сделал миллион моих фирменных крабовых котлеток, не меньше. Не существует баскетболиста, который играл вместе со мной и не пробовал их. Лучший соус по обе стороны Атлантики, уж поверьте мне. Спасибо, что смотрели. Как видите, готовить не так сложно. Вам просто нужно свободное время и немного терпения. Блюда, которые я вам показал, очень простые. Парни, если хотите порадовать вкусным ужином свою жену, подругу или любовницу, пособие, как все устроить, у вас есть. Удачи!